Я Иванова Таисия Федоровна. Родилась в 1936 году, в октябре, 8 октября. Вот. Жила в деревне Гущина Кировского района. Сейчас он Селижаровский. У нас у мамы было трое детей. Один сын от отца, дочка старшая с 31 года и я с 36. Ну, у нас были сильные бои. Мы находились между Ржевом и Молодым Тудом. Над нами издевались. И когда бомбили деревню, у нас не осталось ни одного дома. Соседей деда с бабой убили немцы. Погибли они от ран. Вот. А мы в землянку были убежавшие. Жили в землянке полную неделю. Без воды, без еды, без всего. Потом две недели находились в лесу. А когда деревню бомбили, дома сжигали, хотели жаловаться главному. Побежала мама, и я за ней. И мне чем-то попало по ноге, по правой. До сих пор у меня хранится моя рана от бомбежки. Жили-жили в лесу. Потом оставшая была баинка. И мы перебрались в эту баинку. Жили в бане. Ну, а потом... А рядом деревня Папорница была. 2 километра от Гущина. Там жила наша бабушка. Они гранату кинули, печку разбили, а дом остался целый. И вот бабушка нас забрала к себе, и мы жили у бабушки. Немцы отбирали у населения продукты, вещи, скот? Они забивали. Скот забивали. Один раз пришли к нам, у бригадира корова была очень жирная, но молока давала мало. И они пришли, когда к нам, а у нас очень молочная была. Они пистолет наставили на бабушку и на маму. Мы убьем, отдайте корову. Мы плачем, они нас вот так как швырнут рукой, мы летим пулей. Корову отобрали. Но когда немцы от нас отогнали, и я не помню, кто тогда, кто-то из руководителей государства там был, и нам нашу корову вернули. Папа, когда ушел на войну ваш? Первые дни войны его взяли. Его судьба на войне как сложилась? Ну как, воевал, все нормально, а до Польши дошел. Были сильные очень ранения, от тяжелых ранений он умер. И мы остались одни.